Друзья, всем привет! Сегодня видео будет из двух магазинов Fix Price. Санкт-Петербург, Калантай 8 и Индустриальный 33. Новинки есть и достаточно интересные, полезные. Так что давайте все смотреть. Приятного просмотра! Посмотрите, какая новинка. Огромная бутылка, гель для стирки. АОС с пониженным пенообразованием. С биодобавками, предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей, также смешанных тканей и джинсовых. Не подходит для стирки шерстяных и шелковых тканей. Почти 2 килограмма геля, цены не было, но думаю 249 рублей. Привезли шторы для кухни, называется «Арка», размер 280 на 140 сантиметров, материал полиэстер. Шторы легкие и воздушные, есть шторы с окантовкой, есть без окантовки, шторы разной фактуры, есть еле заметная полоска или клетка, все шторы на шторной ленте. Вот это желтая с окантовкой темной, белая с розовой окантовочкой. И еле клетка заметная. Вот эта красивая штора, такая сине-голубая и с голубой окантовкой. Это такого кремового цвета с голубой окантовочкой. В общем, все шторы красивые. 299 рублей. Пакеты для продуктов разного размера. 5 штук. Маленьких 3 штуки по 150 мл. И большие 2 штуки по 400 мл. Пакеты многоразовые. И закрываются на зип-замок. 50 рублей. Симпатичные пеналы. Небольшого размера. С блесками внутри одно отделение. Разные дизайны. И все вот эти мордочки и картинки, они с блесками. Блески плавающие. Цена 149 рублей. Вам показывала шампунь Витамилка. Теперь привезли бальзам для всех типов волос. Маточное молочко и миндаль. Пока только одного вида. Цена 55 рублей. Подставка для карандашей и ручек. Они были в том году, но расцветок было меньше. И стоили немножечко дешевле. Сейчас они стоят 199 рублей. Крышка прозрачная, легко закрывается, открывается. Можно использовать как небольшую корзину для бумаг, для мусора. Цена, я уже повторяюсь, 199 рублей. Вот смотрите, даже появились голубые и черные. Молочко для тела с маслом ши от Garnier подходит для очень сухой кожи. 250 мл 99 рублей. Изготовлено L'Oréal, Франция. В этом магазине тоже появились органайзеры с перегородками и с крышкой из бамбука. 249 рублей, оказывается, они стоят. Зеркало на деревянной подставке, двухстороннее, 199 рублей. Во всех магазинах появились вот эти декоративные красивые клетки. Золотые, белые, черные. Закрываются на дверцу. Можно создать чудесную композицию с цветами, бабочками, листочками. А зимой с мишурой или елочными игрушками. Будет очень красиво. И повесить есть крючок. Цена 299 рублей. Стеклянная подставка со стеклянными колбами. 6 штук. 99 рублей. По-моему, нужный набор подкладок для мебели. Они самоклеящиеся. Защищают напольное покрытие от царапин. Вот посмотрите, там они разные формы, разного размера. Можно самим вырезать. Там все подробно написано, как и что делать. Вот эти бежевого цвета, а есть такие же белого цвета.
Цена 55 рублей. Щетка массажная для лица. Изготовлена из дерева и натуральная щетина. Цена 99 рублей. Поступили новые кисти для макияжа. Они очень широкие, с густым длинным борсом. Изготовлены из АБЦ и нейлон. Борс из нейлона. Ну, я думаю, это для нанесения румян. Очень приятная щетина. Цены не было, но думаю, рублей 100. Балансирующий шампунь от L'Oréal Elsev. Три вида ценных глины. Для волос жирных у корней и сухих кончиков. Цена 99 рублей. Привезли бейсболки однотонные для взрослых униксекса. Обхват головы 56-60. Состав 85 хлопка и вискоза. Шито хорошо. Расцветки очень яркие, сочные, красивые, летние. Цена 199 рублей. Силиконовый коврик для стола двухсторонний. 35 на 50 сантиметров. Когда-то они уже были в продаже. Их быстренько разобрали. Коврик защитит от грязи. Он антискользящий. Коврик прочный и очень гибкий. И очень красивые сочные расцветки. Сейчас я попытаюсь показать. Бирюзовый, бежевый, есть коричневый, голубой, сиреневый. В общем, много расцветок, все такие сочные, приятные. Цена коврика 149 рублей. Появилось новое блюдо быстрого приготовления фунчоза под китайским традиционным соусом с грибами шиитаки. Фунчоза – это макаронные изделия, сделанные из гороха, картофельного крахмала и зеленых бобов. Мне вот нравится такое блюдо. Цена 99 рублей. Новые косметички привезли, несколько расцветок. Вот это бледно-розового цвета, красивое. Шито неплохо, но есть лишние нитки, внутри все спрятано. Косметичка на молнии, есть внешний карман на молнии, небольшая ручка. Вот такая бледно-серо-голубая косметичка и есть еще светлая. Материал полиуретан, полиэстер и сталь. Цена 199 рублей. И опять косметички, не скажу, что они новые, когда-то они были в продаже, они с пайетками. Внутри подкладка, все очень аккуратно. Пайетки только на одной стороне, их можно поднять, и будет черная сторона. Есть несколько расцветок, вот была серебристая, это розовая. Состав полиуретан, полиэстер, полипропилен и сталь. И золотая. Красивая фурнитура. 199 рублей. Привезли очень симпатичные, стильные платья на девочек. На рост 104-128. Материал 100% хлопка. Верх сшит в виде маечки из тонкого трикотажа хлопкового. А низ юбочка похожа на джинсовую тонкую ткань. Юбка пышная. Красная маечка с голубой юбочкой. На талии есть веревочка, она затягивается. Сшита очень аккуратно в Кыргызстане. Цена 199 рублей. Новые коврики под посуду очень мне понравились. Размер 45 на 30 сантиметров. Они такие фактурные. Разные объемные листочки, края волнистые. Смотрите, какие расцветки. И выбитый такой рисунок разный. На бежевом такие зигзаги. Розово-пудровый такой красивый цвет, голубые. В общем, очень красивые, симпатичные. Состав полиэстер, поролон. Цена коврика 99 рублей.
Пиала Боул 520 миллилитров, сделанный из фаянса. Внешняя сторона матовая, такая терракотовая. Внутри белая, глянцевая. И вторая пиала, глянцевая со всех сторон, очень красивая, 99 рублей. Привезли крышки для холодильника, микроволновки, диаметр 29 сантиметров. У крышки есть отверстие, есть ручка. Сделано из полипропилена, 50 рублей. Друзья, на этом пока все. Спасибо большое вам за внимание. Надеюсь, вам что-то приглянулось. Не забывайте подписываться. И до скорой встречи. Пока!